Сегодня в городском саду состоялось первое занятие по суставной гимнастике. Для этого была оборудована специальная площадка, закуплен инвентарь, гантели и карематы. Как рассказывает квалифицированный тренер по суставной гимнастике Татьяна Пархотько, идея проводить зарядку на свежем воздухе в городском саду принадлежит директору парка, который посещает тренировки по гимнастике 2 года. И ей захотелось сделать для людей, для всех. То есть идея уже давно была, предложение, думали, как лучше сделать. Ну, и Ирина предложила, вышла с предложением, с проектом. Его одобрил город, вот, и хотели в прошлом году, немножко не получилось. Вот в этом году, с сегодняшнего дня, мы всех приглашаем на наши тренировки по утрам, вторник, четверг, суббота на 9 утра будут для всех-всех-всех желающих бесплатно тренировки по суставной гимнастике. По словам Татьяны, занятие будет длиться примерно 40-50 минут. Упражнения направлены на укрепление и развитие, значит, всех суставов от шеи до самых носочков, вот, на укрепление мышечного корсета, потому что сами все знаете, что без мышц никакие, ни позвоночник, ничего не будет держаться. Татьяна Пархотько также отмечает, что на полянке места много, поэтому поместиться должны все желающие. Сколько месяцев здесь у нас на полянке, в принципе, скажем так, минимума, и сколько мы тут поместимся вообще без проблем, всю зону можно занимать здесь. Я буду проводить, даже если 2-3 человека будут приходить, с удовольствием буду. В любом случае, из уст в уста пойдет, я думаю, что группа соберется. Как рассказывает Татьяна, в Китае принято каждое утро заниматься традиционным ушу. Полные парки людей занимаются ушу. Суставная гимнастика – это наша, скажем, исконная гимнастика, наша зарядка. Она немножко улучшенная по методикам Бубновского, Нарбекова, вот, йоги той же самой, дыхательные техники, очень полезные всем. По словам Татьяны, участие в оздоровительной гимнастике могут принять все желающие, независимо от возраста. Занятия проводятся бесплатно. Thank you.